Девятый год подряд фестиваль «Одинцовские самоцветы» объединяет самых творческих людей со всей Одинцовской земли. Музыкантов, художников, поэтов, композиторов, танцоров, ремесленников. Новичков, любителей и профессионалов. Мы всегда стремимся к тому, чтобы каждый год приходили новые участники. Потому что это фестиваль для города, он живет именно этим. То есть «Одинцовские самоцветы» – это храм искусства, где очень многие наши жители находят здесь свое творческое применение. Работы художников, фотографов и ремесленников украсили первый этаж Дома культуры «Солнечный». В этом году город Одинцово отмечает 60-летний юбилей. Именно этому событию и посвящен 9-й по счету фестиваль. Поэтому большинство картин, фотографий и декоративных изделий напрямую связаны с историей Одинцовской земли. Художник Алексей Куракин представил на суд зрителям портрет, на котором он изобразил своего почетного земляка, ветерана Великой Отечественной войны Виктора Жиронкина. Мне с детства нравились моряки, а здесь такое увидал, такого человека. И видите, как по времени попало. Ему позавчера исполнилось 90 лет, и у меня есть возможность, время позволило, сразу его выставить на выставку. Представляете, какое это большое везение. Участников в этом году больше, жюри строже. И когда мы начинаем рассматривать работы с позиции уже как и художников, и как и любителей тоже одновременно, мы смотрим, во-первых, на сложность работы, на композицию работы, на качество исполнения. Очень трудно решить первое, второе, третье место. Видимо, будет несколько первых мест, несколько вторых. Пока художники ведут бесшумную борьбу за симпатию жюри в выставочном зале, музыканты громко сражаются за нее на сцене. Большие оркестры и солисты, учащиеся музыкальных школ и самоучки, исполнители рока, джаза, народной музыки. Фестиваль не ограничивает участников в жанрах, стилях и направлениях. Здесь я представляю несколько композиций, авторских композиций, народных композиций, которые исполнялись на гуслях в древности. Вот. И мне приятно, что людям нравится эта музыка. Она мне самому нравится. Я играю то, что мне по душе, и то, что трогает мое внутреннее. К оценке музыкального мастерства участников организаторы фестиваля привлекли народного артиста России Олега Иванова, автора таких песен, как «Олеся», «Горлица», «Золотая Москва». Чтобы подбодрить конкурсантов и настроить их на творческий лад, почетный член жюри исполнил свою первую авторскую песню «Товарищи». Чтоб дружбу товарищ пронес по волнам, мы хлеба, горбушку и ту пополам. Ой, ветер лавиной и песня лавиной, тебе половина и мне половина. Фестиваль «Одинцовские самоцветы» – это настоящий праздник талантов. Впереди еще немало таких же творческих дней. Почти каждую субботу на протяжении 2 месяцев подряд участники будут выходить на сцену и знакомить жюри со своим творчеством. Дарья Киреева, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцово».